що ми повинні бути у всьому в тренді, тому що не ми повинні пристосовуватися до дітей, а мабуть ми повинні чомусь навчити їх. Ну, я ж сказав, ми маємо поєднувати приклади сучасного з прикладами нового. Тобто, якщо ми будемо лише давати те, що ми вважаємо актуальним, вони просто не будуть розуміти, що це і про що ми говоримо. Чому суть там і для образування? Щоб не тільки бути, скажімо, ті форматорі желаний наших дітей, но уміло, без дидактики такої написання. Вже 50 відтінків сірого все одно винесли. Це ерунда, це ми всі пройшли, ви пам'ятаєте, нас самі, коли нам говорили, цього не можна, і ми тут же лежали, смотрели, читали. Я не об этом. Я когда смотрела предпочтения детей, у меня сложилось впечатление, что Сичевей колледж находится в Нью-Джерси или в Мичигане, или еще где-то, но не в Украине. Я не услышала, не увидела ни одного роскошного украинского фильма. Мне так стало обидно, потому что это классика, мы говорим о патриотизме, о каком? О национальном кинематографе. Значит, может, где-то будет недоработка и ваша, может быть, нужно ребяткам глазки открывать и на наши. Так в том-то и вопрос был, чтобы они именно показали свое знание, не навязанное кем-то, что они увидят, что они видят, что они слышат. Нет, ребят, но они же не видят нигде. Я думаю, что нам нужно робити выставки и все ж таки показывать, что мы должны подводить. Мы своя шикарная культура, национальная культура. Мы говорим о патриотическом воспитании. Так. С этого и должно быть. Юлечка. Наш учитель проводит очень интересное исследование, а самое то, как голос снимает украинский шоу-биз. Это украинские зірки, украинские гурты, украинские режиссеры. І вибачте, із 108 осіб, яких ми проводили опитування, лише 3 анкети написала Довженко, режисера українських. Всі останні ставили прочі. Це з приводу того, що от ми медіа-педагоги, чи розповідаємо ми нашим дітям про українських режисерів. Про те, що в принципі є українські фільми, навіть фестивальні, навіть анімаційні, навіть короткометражки, дуже чудові і дуже прекрасні. Ми маємо займатися піратством. Тут же ні, ви тоді дайте він. Вибачте, чому немає в прокаті? Українське кіно зараз дуже погано в прокаті. Ні, ну все, дякую, далі. А оті короткометражні фестивальні фільми, вони потрапляють до учителів? Ні. Ми ж їх немає, завтра. Звичайно, а поки вони не пройдуть отам, ми їх не можемо показувати, бо ми порушуємо право. Тобто ми можемо їх показати через скільки? Через 3 місяці. Дайте слово прокатчику. Значит, несколько лет назад мы уже поднимали эту тему, она всегда волновала, поскольку у нас в каждом регионе есть киноклуб. А поскольку мы работаем в этом направлении, я сама работаю в системе кинопроката, значит, у нас все время возникал вопрос, как бы, чтобы мы шли в ногу с законом и не нарушали авторских прав. Значит, несколько лет назад мы пролоббировали этот вопрос, и сегодня открывайте закон Украины о кинематографии. Там есть такой пункт, что в учебных целях, в киноклубной работе, в целях популяризации национального кинематографа и там лучших произведений мирового кино, вы имеете право показывать фильмы без прокатных посвидчений. В законе это прописано. Сегодняшнее новое кино, которое еще не имеете вы в хорошем качестве, предположим, полгода не прошло, только через полгода фильм, который только вышел на экраны, появится на DVD-дисках, на лицензионном. Делайте промоцию, показывайте фрагменты. Оно есть. Вот мы говорим о нашем сайте «Медиапедагогика и мы». Раз в 10 мы друг за другом, чтобы все увидели, услышали. Мы все время на Фейсбуке крутили. Вышли на экраны прекрасные украинские мультфильмы, современные, по народным сказкам. Смотрите, они есть в интернете уже. Я их сама все пересмотрела, получила колоссальное удовольствие от этого. Современные фильмы доделайте просто как презентации, чтобы ребята знали о том, что в Украине есть кино. Украинское национальное. Конечно, а все остальное они вам найдут. Если вы вдохновите, от нас с вами зависит. Правда ведь, Павел? Если мы сами горим этим, если мы любим это,
Ну мы же сможем до детей донести, что у нас есть кинематограф, есть прекрасные документальные фильмы, прекрасные. Выйдите на любой сад, документальное кино, но они выложены, сами документалисты упрашивают, возьмите наш продукт. Это украинское кино. Есть игровое кино, есть анимация. Ну скажите громко своим детям, ребята, прекрасно, это хорошо, что вы современные, что вы смотрите все. Но давайте мы говорим сегодня о том, что мы граждане страны, мы радуемся тому, что мы живем в нашей стране, мы ее любим. Давайте любить и наше искусство, нашу культуру. Вот с этого и начинается приобщение, понимаете? Они сегодня скажут, что вы нам показываете? Когда мы проводим вот этот наш конкурс по ту сторону экрана, выбираем фильмы, да, все такое вот, ну, горколомство. Как выбрать такой фильм, чтобы дети затронуло вот тут вот душу? Конечно, современные фильмы хороши, но наша задача еще и историю показать, кинематографа развить. И мы выбираем несложные, на наш взгляд, хотя очень сложные фильмы. И мне некоторые педагоги писали, что вы выбрали такое кино. Детям этого не понять. Они не будут смотреть эти фильмы. «Девочка и эхо», например. Сложнейший психологический фильм. Душу, которую заставляют работать, мозги заставляют работать. О дружбе, о верности, о преданности или непреданности и неверности, да, и так далее. И посмотрите, сколько мы отзывов получили. 84 работы. И писали отовсюду. А сначала что же? Вот педагог сказал, а давайте мы посмотрим, а потом попробуем с вами пообсуждаем. И какие роскошные дети размышления писали по поводу того, что они увидели. В один голос все говорили, как это хорошо, что мы все-таки посмотрели этот фильм. Ведь он нам сдвинул все представление. Мы теперь по-другому посмотрели на взаимоотношения. То есть от нас с вами, мы учители. Понимаете, от слова «учить». И как мы научим, как мы направим, так дети за нами и пойдут. А если мы будем хвосте плестись, то ничего не надо. Да, знаете, я думаю, что знать, что смотрят дети. Да, но за свою же актуальную и это так затронуло. А я можу сказати, я, наприклад, прагматик. Я так не скажу, давайте ми будемо любити наше українське і скажемо, що воно краще. Я б сказала так, давайте порівняємо. Що у нас зроблено, і що зроблено в Америці. А давайте порівняємо, це те, що я давала в школі другого ступені. А що мені більш подобається, а що мені більш до душі, що мене там якось дійсно зачепило, да. А що ні. І тоді це і є ціннісне ставлення, тому що для мене підходить це. А я, наприклад, знаєте, дивилась, як, вибачте, дебілка, я... Більшість цих фільмів і серіалів не бачила. Ну, якось так. Для мене не підходить. Для аксіологічну систему не входить. Дякую, дуже така цікава доповідь. Зачепила, і я зробила собі помітки для